Всем привет! Сегодня мы добрались до Little Big, Секс Машин. Это трек, новый трек Little Big. Наверное, и клип, да, и трек. Мы же не слушали. А мы вообще там, по-моему, Little Big, что он там выпускал-то после Евровидения? Я уж не помню. Что-то выпускали, да? Немного. Да, как-то они что-то притомились, отдыхают, короче. Ну ладно, давайте. Вот Little Big, я не знаю, что тут будет, но, судя по всему, будет все то же самое. Вот они нашли какую-то свою узкую полосочку своего творчества, отличную от других. И вот у них получается, и они как бы и идут по этой узкой полосочке, никуда не перешагивая. Пухляш теперь вообще тут на коне. Все, опять пришел на старую песенку. Ну, друзья мои, я вот говорю, я, конечно, там не могу сказать, что мне прям вот сильно очень нравится творчество Little Big, но они такие достаточно мелодичные, и у них такая заедающая музыка, и как бы тут слова-то вообще мне нужны. Хотя вот тут вот смысл, знаете, чем раскрыт? Секс-машины может быть каждый, и худые, и стройные, и толстенькие, и всякие. Главное, было бы желание. Вот так бы я сказала. Перевела песенку на этот лад. А так хорошо, и танцевали неплохо, и, в общем-то, все как-то было в меру. И хорошо, что не часто. Хорошо, что не часто они творят, потому что если бы часто, то это стало бы надоедать, приелось бы.
А так, ну, пару раз в год, ну, или раза четыре, вполне себе ничего. Всем пока.